Всем привет, с вами Катя Робская. И мы сегодня будем говорить первую серию «Много кукол Монстер Хай». Начнем. Мы начнем с первой куклы. Первая кукла – это… Все ее знают. Ее. Я могу даже не называть ее имя. Все куклы, которые я знаю, я их показывать. Я их переодеваю в разные костюмы, чтобы они так были красивей. Например, как она. Она очень красивая. Это Хаулин костюм. А это Рошель туфли. Решила я поменять. Но я ей все оставила. Я волосы ей не отрезала. И вот тут у нее так и было. И это первая кукла, которую я сказала. Приступим к другой. Каладин Вульф. Все ее знают. Каладин. Она, у меня, например, Каладин есть, вот такая, которая вот так, и, например, сгибаешь руку, выпрямляешь ноги, она ау, и закрывает глаза. Видите, это Каладин Вульф. Каладин, я ее не переодевала, она такая же в своих туфлях. Каладин Вульф, это когда, это типа оборотня, но он и оборотней, это Каладин Вульф, вот. Теперь мы поговорим о тьме. Твайле. Твайле – это тень. Тьме. Ну, тьме. Тьме типа. Вот. Твайле – это тень. Твайле – самая красивая девочка. Но она очень маленькая. Знаете почему? Потому что Твайле – она маленькая, да удаленькая. И я ее тоже не продевала. У нее все свое, видите? У нее, как всегда, вот тут свои тени. Ну, и у нее лицо само красивое. И синие волосы, потому что она тень. Тьме. Говорим о тьме. Ну вот. Другой. Кэти Нуар. Самая популярная кукла. Вот. Костюм ее. Но у нее был такой красивый костюм. Знаешь, почему Кэти Нуар? Кэти – это кошка. Кэти. Я могу вам показать уши даже. Ну, плохо видно. Ничего. Вот. И это у нее длинные розовые волосы. Кэти, она же кошка, черные, все. И розовые волосы. Так красиво очень. У нее вот такой костюмчик. Я ничего. У нее такое красивое лицо. И у нее ушки. Она же кошка. И это популярная Кэти Нуар. Всегда с нами. Поговорим о Элизабет. Элизабет хорошая девочка. Она такой, у нее прекрасный голос. Она очень красивая девочка. Элизабет, она популярная. Она снимается в разных фильмах. Фильмах разве. Я ее не мерила. Видите, она такая же осталась в своих туфельках. Видите? У нее вот такие сережки. Но одну я, чтобы взять в Кипр. Чтобы для спектры. У нее сиреневый волос. Она вся сиреневая. Потому что она любит сиреневый цвет. Или фиолетовый. И это у нас Элизабет. Поговорим о Хани Свамп. Хани Свамп. Самая красивая девочка. Она снимается под водой. Я могу доказать, что она под водой. Потому что, видите, я ей ничего не меняла. Она может садиться на шпагат, но она не может садиться. Потому что Хани Свамп такая. Ну, в мультике она очень красивая. У нее вот такие волосы, если потрогать, они у нее такие нежные, можно как сказать. И еще, вот видите, у нее тут вот обычные, а тут у нее мех. И я ее не мерю, и я ее никак не мерю. У нее вот такие губы, лицо, и это Хани Свамп. Я всех кукол почти знаю. У нее пушистые волосы. Поговорим о Рошель. Нет, не об этом. Поговорим о Фрэнке. Фрэнке хорошая девочка. Она... Это из прям мультфильма Фрэнки. У кого есть такая Фрэнки, вы ее сразу купите. Она очень популярная. Как Кэти Нуар. Но это сражение, битва. Видите, знаете, почему у нее бело-черный Фрэнки? Токовая Фрэнки. Она бело-черный ударяет. У нее бело-черные волосы. И знаете, почему у нее желтенькая? Потому что она желтая. Ну, не желтая. Видите, у нее она вот таким светится. Бело-черная, видите? Я ей ничего не мерила. Просто обычная. И вот тут черепок ее.
Вот все. Это Фрэнки. Поговорим о Хоулин, которую я переодела. Вот ее платье. Где это? Вот. Вот Хоулин платье. Видите? Видите? Я даже могу подтвердить, потому что, видите, тут лапки. Вот. Вот она. Хоулин. Я ей распустила волосы, сняла шапку. Видите, я ей переодела костюм Дракулаури. Но ей он очень большой, если честно. Но она очень красивая. Она мне тогда нравилась. Но сейчас мне нравится Джиджи. Но теперь не Джиджи, теперь Спектр. Видите, это ее костюм, а это Дракулаури. Видите? И вот. Ну вот и все. Поговорим теперь. У меня еще много кукол. Поговорим. Нет, о Лагуне. Лагуна. Потом о Клео и все. Лагуна. Самая хорошая девочка. Она любит Гила. Как и Клео Дьюса. Потому что я знаю мальчиков. У меня есть Дьюс. А я Гила отдала Полине. Знаете, такую девочку, я говорила уже. Видите, это Полинина кукла. Она мне ее дала, подарила. Видите, тут бантик ее решила. Вот, сережки тут нету. И это ее костюм. Видите, она ничего не снимала. Главное, что потерялись у нее плавники. Вот это плохо. Но ничего, зато она самая красивая девочка. Я могу подтвердить, что она рыба. Смотрите, у нее костюм в виде рыб. Вот видите? И у нее такие желто-зеленые волосы и голубые. И поговорим о последней кукле. Это Клео. Но у меня еще полным-полно. Клео. Клео обожает Дьюса. Клео, она любит красоту, внешность по красоте. И она... Я и решила покрасить ногти, чтобы так было красивее. Видите, фиолетовым, потому что все равно она же почти фиолетовая. Клео, она обожает Дьюса, а Дьюс обожает Клео. Видите, у нее специально такие волосы блестящие. Она же Клео. Клео всегда получает 5. Она любит только красоту. Знаете почему? Потому что и красота важнее всего, чтобы ее парни любили. И это Клео. Я ей костюм не меняла, у нее так и был. Видите? Ну, у нас есть еще чуть-чуть времени. Поговорим о самой Персефоне и Мелодия. Простите, упала Клодина другая. Персефоне и Мелодия. Персефон, они злые. Ну, иногда они добрые. Персефоне и Мелодия самые хорошие кошки. Ну, они учатся. Ну, они, конечно, они близняшки, можно так сказать. Знаете почему? Потому что вот, они похожи на друг друга. Начнем вот с этой. И это похоже, у нее платье такое, туфельки, я ничего не меняла. Я немного вот это сняла и расчесала. Видите, у нее хвостик, она же кошка. И вот, еще она такая же, только я и белая расчесала, у нее черные волосы. Вот, у нее тоже хвостик, у нее белые туфельки. Так мы можем сделать... Сердечко, например, лебеди. Или сердечко. Видите? Или просто схватить. Вот. Это Персефона, это Мелодия. Персефона и Мелодия. Вот. А у меня их еще полным-полно кошек всяких. Ну, не кошек, а... Вот. Видите? Просто дальше я не могу. У меня времени мало. Ой, Клодин упал. Смотрите, Клодин другая. У нее пышные волосы. Как так, Клодин? У нее такой... костюмчик. Но она, у нее сзади ничего такого нет. Я и не меняла. У нее шуба такая. И вот все. Поставьте пальчик вверх. Поставьте пальчик вверх много. Просмотрите мои посмотрите. С вами была Катя Робская. Всем пока!